Добрый день, меня зовут Рахимова Замира. Я пациент клиники Сатори. Я мечтала о ровных зубах с детства. Очень хотела иметь красивую улыбку. Хотя многие говорили, что в моей улыбке есть изюминка. Для меня эта изюминка была весьма сомнительной. Но меня это действительно не смущало. Я все равно улыбалась, совершенно не стесняясь своего неправильного прикуса. Но в последних классах школы я увидела у кого-то брекеты. Тогда это было редкостью. И мне тоже очень захотелось исправить свою проблему с их помощью. Долго не было такой возможности. Видимо, морально я не была еще к этому готова. Но когда настал день X, и спустя месяц я села в кресло к врачу-ортодонту Суворовой Олесе Владимировне, это был для меня настоящий праздник. И мифы, что установка и ношение брекетов связаны с постоянным чувством боли, развеялись. В моем случае адаптация произошла уже на следующий день, после их установки. И никакого дискомфорта я не испытываю. А насчет длительного лечения, я так долго к этому шла, что сейчас для меня совершенно не важно, сколько я буду их носить.